Здравствуйте, дорогие болельщики, канал «Шестой полевой» в прямом эфире представляет вашему вниманию матч между командами «Кулагер» город Петропавловск и «Ташкент Селект» город Ташкент. Матч проходит в рамках 4-го тура Кубка Федерации хоккея Казахстана среди юношей 2008 года рождения группа А. Давайте пройдемся по составам играющих сегодня команд. Состав команды «Ташкент Селект» — вратарская линия Александр Ан, номер 65, Игнатий Коротков, номер 75. Полевые игроки: 2-й Тимур Камалов, 8-й Салахиддин Азимов, 13-й Юрбек Хусамбоев, 17-й Илья Попов, 19-й Камранбек Жураев, 29-й Нудербек Нуридинов, 45-й Абдукаим Абдувасиков, 55-й Богдан Халивин, 58-й Муружон Тажибоев, 69-й Амир Ниязов, 72-й Шахриер Муминов, 77-й Мухаммад Али Бахадиров, 79-й Александр Нечаев. Так, друзья, секунду буквально, нам звук с арены включили. Все, вот теперь продолжим. 79-й Александр Нечаев, 90-й Мухаммад Амин Шахабедин, 92-й Владислав Ермолов, 97-й капитан команды Мухаммад Йорганиев и 98-й Бехруз Бахадиров. Главный тренер команды Дмитрий Геннадьевич Макаров, помогает ему Абдурашид Абдувасикович Мусалиев. Состав команды «Кулагер»: вратарская линия Владимир Исков, номер 1, Савелий Аминов, номер 30, полевые игроки: 5, Кирилл Козлов, 7, Александр Велижанский, 9, Тамерлан Кутьяров, 10, Данил Круглов, 12, Таир Назаров, 13, Ренат Турманов, 14, Владимир Мартынов, 17, капитан команды Данис Сингатулин, 18, Родион Димитриади, 19, Андрей Новиков, 24, Александр Дрождин, 25, Арсений Богинцев, 27, Санжар Жанибеков, 28, Алексей Емельянов,
39-й Савелий Тукин, 47-й Демьян Жучков, 52-й Максим Зыбин, 78-й Иркин Улес Короли и 99-й Данил Куминов. Главный тренер команды Владислав Рафаилович Сингатулин, помогает ему Рафаэль Рафаилович Сингатулин. Ну что же, друзья, да, пробежались по составам и давайте посмотрим также на индивидуальную статистику. Начнем с команды Ташкент Селект. Лидером в составе ташкентцев является Илья Попов. 23 очка в активе у 17-го номера, 16 шайб, 7 голевых передач. Далее идет Абдукаев Абдувасиков с 17 очками, 12 шайб, 5 голевых передач. Ну и далее расположилось сразу два игрока по 15 очков на счету каждого из них. Это Салахиддин Азимов и Мухаммад Йорганиев. 10 плюс 5 у Азимова, 3 плюс 12 у Ганиева. Ну что же, у команды Кулагер лидером является Кирилл Козлов. 31 очко в активе Кирилла, 17 шайб, 14 голевых передач. Далее идет Савелий Дугин с 24 очками, 12 шайб, 12 голевых передач. Ну и замыкает тройку лидеров Данил Куминов. У него в активе 23 очка, 14 заброшенных шайб, 9 голевых передач. По турнирке и по результатам пройдемся уже в следующей паузе. Ну а пока у нас, да, встреча уже началась к этому моменту. Дюрбек Хусамбоев отправляет шайбу за ворота. Ермолов там борьбу корпусом проиграл. Новиков отправил на ближний, на Тукина. Тукин. Тукин пытается до шайбы в углу площадки добраться. Оттеснил по итогу Ермолова. Тукин отправляет шайбу парашютиком в среднюю зону. На подборе здесь первым оказывается Мухаммад Йорганиев. Ганиев за воротами располагается. Отправляет шайбу по борту на Попова. Попов пытается найти варианты для передачи. В итоге Попова накрыли. Ганиев рядом был. Отправляет Мухаммад Йор шайбу по борту вперед. Будет ли проброс здесь зафиксирован? Проброс, да, проброс свистит арбитров. Вбрасывание отправится к воротам команды Ташкент Селект. Также, да, обещанные результаты матча между командами в ближайшей паузе, вот, собственно, и они. Все три раза победа оставалась за командой Ташкент Селект. На первом и втором туре была супер упорная борьба, 4-3 на первом туре, 4-2 на втором. Ну и на третьем туре уже чуть более уверенно сыграли ташкентцы, одержав победу со счетом 5-1. В турнирной таблице ташкентцы уже гарантировали себе вторую строчку. Ни выше, ни ниже опуститься здесь уже как бы, ну, просто никуда здесь просто деться нереально. Второе место, поэтому сезона за командой Ташкент Селект Кулагержа все еще, да, находится на четвертом месте. Ястребов, ну, насколько я посчитал, опять же, по-моему, не обогнать. Но я, да, все-таки не буду утверждать с уверенностью, посмотрим уже, да, по факту, когда Кулагер две своих встреч оставшихся проведет, но с условием того, что Кулагер должен обе этих встречи выигрывать, и тогда там уже будет решаться по дополнительным показателям в матчах между Кулагером и Ястребами, кто больше очков набрал. В общем, там, да, да, довольно замудренная система, все это будет решаться уже по факту, когда обе встречи Кулагером будут сыграны. Ну, а вернее так, до первого поражения сейчас у петропавловцев идет битва за третью строчку. Бросок по воротам от Куминова. Справляется с этим броском голкипер. Шайба в углу площадки. Камалов там под силовой попал. Камалов. Еще один силовой против Тимура. Шайбу удается довести до Мухаммадали Бахадирова. Бахадиров вывел шайбу в среднюю. Снаряд отправлен был по борту вперед петропавловцами. Шайба. Здесь, да, выброс. Выброс шайбы за пределы площадки. Чистейшее удаление в составе ташкентцев. Мы с вами посмотрим за первым в нашем матче большинством для команды Кулагер. В штрафной бокс отправляется Амир Ниязов за выброс шайбы за пределы площадки. Туда подвисла трансляция. Есть некие проблемы сегодня с интернетом на арене в Шымкенте, к большому моему сожалению. Ну, деваться опять же некуда, да. До этого были подвисания небольшие, вот прям вот таких вот долгих стопов картинки я не помню в сегодняшнем игровом дне. Были такие, знаете, да, микрозависания там, где-то оно подвиснет, через полсекунды отвиснет. В общем, вот так вот непонятно шла как-то трансляция местами, но это было, ну, буквально, наверное, минуты две за весь игровой день там, поэтому я думал, что ничего серьезного. Но, как мы видим, у нас тут картинка прям основательная. Так подзависло, а у нас здесь уже вообще шайба где-то у ворот Савелия Аминова оказывается. Видимо, там вбрасывание будет проведено. Счет надо было по-прежнему 0-0. Пропустили мы примерно 25, может, 30 секунд большинства петропавловцев. Вбрасывание у ворот Савелия Аминова осталось за петропавловцами. Отправляет шайбу Багинцев на ближний, на Кудьярова. Кудьяров покатил Тамерлан в атаку. Кудьяров зашел в чужую Тамерлан, забросил шайбу за ворота. Там на подборе первыми ташкентцы.
Была из зоны выведена. На подворье первым за воротами оказывается Савелий Аминов. Нет, Савелий Аминов в итоге даже, да, из ворот-то вышел, но не стал к шайбе катить. Богинцев ее первым подобрал, отправил на Куминова. Под синюю Куминов не справился с приемом. Шайба оказывается под контролем Мухамадиора Ганиева. Ганиев передачу отправляет по закруглению. Нет, это даже не передача, это выброс целенаправленный из зоны. Отправляется на этот угол площадки Абдукаимов до Васиков. От силового Богинцева красиво ушел на самом-то деле Богинцев. Не выводит шайбу из зоны пока. Абдувасиков заброс в угол площадки. Сам же первым Абдукаим доберется. Очень много времени выигрывает 45-й номер для своих партнеров. Абдувасиков вывел шайбу в среднюю. Тут да. Положение вне игры было бы зафиксировано. Нельзя было касаться шайбы Абдукаима никак вообще. Тамерлан Кудьяров отправляет шайбу вперед. Мы видим, будет снаряд на Куминова. Куминов зашел в чужую. Пройти Мухамадиора Ганиева пока не удается. Данилу все-таки сумел корпусом доработать, кстати говоря, Куминов. Выкатил на пятак, бросил в ближний. Александр Ан с этим броском справляется. Добивание от Куминова. Шайба летит мимо. Камалов по закруглению отправляет мощно шайбу вперед. На подборе Савелий Аминов за воротами. Ну и уже вот-вот, секунду на секунду, появится на льду удаленный Амир Ниязов. Абдувасиков сумел сохранить шайбу в зоне соперника. Пытается в угол пролезть Абдукаюм. Хорошо, удалось шайбу за ворота прокинуть. Далее на подборе оказывается первым Демьян Жучков. Жучков по борту шайбу отправил. Камалов синюю перекрывает. Наброс на ворота от Тимура неточный. Там на синей линии арбитр помешал ташкентцам. Ай, как обидно-то, а? Камалов. Шайба у ближнего борта. Заброс в чужую последовал. Снаряд фиксирует Савелий Аминов и принимает решение, да, поставить встречу на паузу и провести вбрасывание собственных ворот. Дать, видимо, возможность поменяться партнерам. Хотя нет, партнеры-то уже поменялись. Видимо, Аминов, ну просто, не знаю, решил зафиксировать шайбу. Почему, мне неизвестно. Там явно была у Савелия возможность, то есть, вести ее обратно. Там временно это было. Ташкентцы были далековато, мягко говоря. Поэтому я думаю, что Савелий Аминов просто по какой-то нам непонятной причине, понятной только ему самому, решил шайбу оставить у себя. Козлов. Далеко борта, кстати говоря, все-таки пересменка-то произошла. Козлов отправил шайбу на Тукина. Тукин смещается за ворота. Савелий, пас на пятак. Тут момент на Козлова. Шайба выкатилась, но не под руку. Да и, в принципе, как бы, ну, тяжеловато. Тяжеловато было там Кириллу бросить. Шайба отправляется за ворота Александра Ана. Тукина от шайбы удается оттеснить ташкентцам. Передача идет на ближний. Абдувасиков катит по ближнему вперед. Абдукаим зашел в чужую. Абдувасиков, ух, как досталось тут 45-му номеру от Козлова. Шайба под контролем петропавловцев. Вывести ее из зоны пытаются. Лагер опасно. На Козлова идет. Козлов не справился с приемом. Попов, скидка на ближний. Камалов со входа в зону мощно зарядил. Савелий Аминов парирует. На подборе Новиков. Новиков направляет шайбу Андрей в среднюю. Передача пошла от Козлова под синюю линию. Тукин. 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 Хорошо. На самом деле паузу выдерживал. Передача по итогу полноценно не прошла. Дрождин успел переправить ее на Козлова за ворота. По борту попытка вылезти из зоны сейчас от ташкентцев. Там Шахабедин у дальнего. Партнеры были рядом. Перевод идет на ближний борт. Камалов попробует борьбу тут за шайбу навязать. Тукин первый на снаряде оказывается. Тукин на пятак. Передача неточная оказывается. Шайба под контролем команды Кулагер. Передача идет на Богинцева на ближний. Богинцев. Чужой не удается. Шайба оказывается под контролем Кулагира. Шайба отправляется на дальний. Камранбек Жураев. Фух, какой там снова силовой, хороший Петропавловцев. И шайба, видимо, покинула пределы площадки. Вбрасывание нас ожидает в средней зоне. Может, в центральном круге, может быть. Ну, может, и не в нем. Да, где-нибудь рядом точно. Мне осталось за ташкентцами. Хотел в атаку Салахидин Азимов. Так, ну тут со звуком, может, какие-то проблемы. Отстает звук или наоборот, я что, не понял, да, ну, как будто бы звук со вбрасывания был с такой неплохой задержкой, я бы сказал. Ганиев. Мухамадиор играет через заброс в чужую. Может, отставание? Нет, отставание однозначно есть. Вот сейчас я понял это после того, как услышал вот этот вот стук в борт после броска Мухамадиора Ганиева. Да, отставание довольно серьезное. Ну ладно, придется смотреть так. Главное, что звук какой-никакой есть. А вот тот момент, Илья Попов вколачивает шайбу в ворота, друзья. Это 1-0. Шикарно, шикарно все сделали хоккеисты. Ташкент Селект. Отмечаем себе Илью Попова и ждем повтор этого эпизода.
там еще раз как-то было. Классно выкатил Салахидина Зима в шайбу на Илью Попова. Ну и Илья хорошо бросил в ближний. 1-0. Выходят вперед хоккеисты команды Ташкент Сили. Отмечаем себе Салахидина Зимова, отмечаем Илью Попова. Да, также, что интересно, Салахидина Зимов... Да, пока не забыл насчет Салахидина Азимова. Что интересно, да, напомним мы, наверное, прекрасно, что Салахидин занимает по набранным очкам третью строчку, делит у нас с Мухаммадиром Ганиевым. Имеется в виду, да, в составе своей команды. И что интересно, опять же, у Салахидина Азимова чуть ли не меньше всех игр. Ну, почему чуть ли, да, опять же, намного меньше игр, чем у всех остальных участников этого топа, скажем так. То есть, да, есть у ташкентцев здесь прям определенная группа игроков, набравшие от 17, получается, до 13 очков. Это, получается, сразу 7 человек. Абдугаем Абдувасиков, Салахидин Азимов, Мухаммад Юрганиев, Мухаммад Али Бахадиров, Богдан Халевин, Владислав Ермолов и Тимур Камалов. У всех этих игроков от 13 до 17 очков. Ну и, собственно, вот в этой всей группе у всех игроков по 20 игр в среднем, да? Ну вот, за исключением, да, получается, Мухаммад Али Бахадирова. У него 17, потому что он там на втором, по-моему, туре пропустил матчи 5, что ли. Ну, в общем, да, достаточное количество матчей пропустил тогда Мухаммад Али. Получается, и Салахидин Азимов, у которого всего лишь 10 игр, но он уже входит, получается, ну, в топ, скажем так, своей команды по набранным баллам. Поэтому Салахидин большой молодец. Шайба у Мухаммада Амина Шахабедина попадает тут под силовой прием. Снаряд оказывается у ближнего борта. Пока там снаряд к Сингатулину. Сингатулин развернулся, отправляет шайбу на ближний борт. Скидка в центр пошла неплохая. Шайба отправляется к воротам команды Ташкент Селект. Шахриер Муминов на подборе оказался первым. Звучит свисток, и это проброс, друзья. Празднование нас ожидает у ворот ташкентцев. Также, да, в принципе, стоит отметить, что у ташкентцев, ну, я бы сказал, что нету прям такого супер ярко выраженного лидера по набранным баллам. То есть, да, есть Илья Попов, 23 очка, но если мы берем это все дело в сравнении с лидерами остальных команд, вероятнее всего будет, ну, меньше всех очков у Попова. Разве что вот у Горняка, да, по-моему, Исмаилов, ну нет, Исмаилов 24 все равно имеет, даже так, да, смотреть у аутсайдеров чемпионата, у команды Горняк, которые заняли по итогу сезона последнюю строчку, у них все равно, да, у лидера очков больше. Это скорее плюс для команды Ташкент Селект по одной простой причине. Да, ребята играют очень командно тут, да. Любой абсолютно может покатить в нужный момент и забросить. И это явно-явно играет им на руку. Не зря наверняка ташкентцы заняли по итогам сезона этого второе место. Много было эпизодов, где забрасывали, ну там, ну не только, да, Илья Попов. То есть если брать на таком примере, есть команда Бейбарыс, где Никита Кондрадий, ну прям сильно-сильно выделяется, конечно. Он и Адилет Алихан, пожалуй, там, хотя нет, там вся тройка. Кондрадий, Алихан и Базунц, вот ребята, да, вот у них там забрасывают, собственно, эти три человека. По сути, если там открыть статистику, то будет там 30 очков у Базунца, 37 или 38 там у Алихана и 50 у Кондрадия. А ближайшие их преследователи не из их тройки, это там очков 8, наверное, может быть 9. Поэтому тут прям явно видно, что у ташкентцев, по сути, два очень хороших боевых звена, как минимум, да, если мы посчитаем количество игроков, кто вот по 15 очков там набрал. Поэтому это явно плюс для ташкентцев. Ну и, в принципе, если бы они по ходу сезона где-то чуть меньше ошибались, особенно вот, да, на первом-втором туре, там было много лишних каких-то овертаймов, где могли заканчивать в основное время. То есть, да, вот Булиты с Актобе, допустим, овертайм с Ястребами, поражение от Торнадо, это понятно, да, там эти поражения были, это факт. Шенкенцы, ну, постоянно очень хорошо себя проявляли в матчах с Ташкент Селект. Например, второй тур, если вспомнить, там было поражение от команды Бейбарыс со счетом 1-2, тоже максимально неожиданное. Бейбарыс занимает последнюю строчку по итогам двух туров, но при этом обыгрывает вторую команду в турнирке, вот как-то так происходит. Ну и на третьем туре было вообще сразу несколько поражений от команды Актобе в основное время со счетом 2-3, от Ястребов со счетом 1-3 и, опять же, от команды Торнадо со счетом 3-5. Ну вот, у команды Актобе, в принципе, да, как будто Актобе как будто криптонит, знаете, да, для команды Ташкент Селект. По ощущениям, ну нет, ладно, обманул я, хоть и выигрывали ташкентцы. На первом туре, допустим, выиграли в серии Булита, все равно тяжеловато, постоянно тяжеловато идут матчи с актюбинцами у ташкентцев. Как-то так. У команды Жуклагер тоже очень нестабильные, я бы сказал, выступления. Если на первом туре, если мне не изменяет память, очень много было ребят, кто болел у команды Кулагер, да, то есть они там еще не в форме максимально были, да, все
уставшие, постоянно выносливости наверняка не хватало из-за того, что только переболели. В общем, было много проблем, скажем так, у команды. Кулагер по ходу сезона набирал, безусловно, набирал. Если вот так же смотреть, да, на первом туре было набрано 6 очков, на втором 9, на третьем 11, ну и сейчас на четвертом, да, пока не идет, скажем так. Всего лишь 5 очков на данный момент. Победа в основное время над командой Актобе. Победа в дополнительное время над командой Бейбарыс. Но впереди еще вот как раз таки матч против команды Ташкент Селект, который проходит у нас сейчас. И матч против команды Горняк, в котором тоже по-хорошему нужно Петр Павловцам одерживать победу. В общем, набирали потихоньку по ходу сезона обе команды. Да, у ташкентцев не пошел третий тур, но в целом обе команды сейчас, я бы сказал, в оптимальной форме. И наша с вами встреча обещает быть максимально равной, максимально интересной. Муминов. Наброс на ворот организовал. Димитриади. Отправляет шайбу по борту на Сингатулина. Передача не проходит. Шайба оказывается под контролем ташкентцев. Смещаются ребята за ворота. Мухаммад Амин Шахабедин. Хорошая передача. Бросок по воротам. Не доходит шайба до Савелия Аминова. Шайба из зоны была выведена. Муминов. Перевел на дальний. Шахабедин не смог забросить шайбу в чужую. Куминов может раскатиться сейчас. Куминов падает. Будет ли удаление? Нет, удаления тут никакого не будет. Сначала было сыграно в шайбу, а потом уже в ноги Куминову. Шахабедин. Оставление на Нуридинова. Но Дербек на пятак попытался сместиться. Его там просто снесли. Около пятачка. Шайба оказывается у ближнего борта. Выведем снаряд в среднюю. Там Назаров попадает под жесткий силовый прием. Ну как, да, Назаров успел увернуться, но тем не менее шайба лишился. Попов красиво, красиво на паузе. Бросает Илья по воротам. Савелий Аминов был готов на все 200%. На синей линии тут очень опасно. Упускают шайбу ташкентцы. Таир Назаров разогнался хорошо, но шайба с крюка предательски соскочила. И до броска дела, естественно, Назаров не довел. Попов. Попов. Зашел Илья в чужую, пролез в угол площадки. Попов. Под давление. Вележанский шайбу у него забрал. Вывести из зоны снаряд удается седьмому номеру. Шайба под контролем Дюрбека Кусамбуева. Тот отыграл на Ганиева. Мухаммад Йор в центр на Салахидина Азимова. Азимов. Еще шайба в чужую. Прострел. Не проходит передача на дальнюю. И опасная атака может получиться у петропавловцев. Тут 2-3, я бы сказал, такая атака получилась. Назаров бросил. В створ ворот не попал Таир. Зибин. Хотел переправить шайбу на Тукина, судя по всему, передача не прошла. Ганиев покатил в атаку. Мухаммад Йор просто от синей линии мощно зарядил. Савелий Аминов принимает решение, опять же, поставить встречу на паузу. Осталось за петропавловцами. Перевод пошел моментально на Тукина, на ближний. Тукин вывел в среднюю на Козлова. Шикарная передача. Кирилл нашел чужую шайбу, лишился. Абдувасиков на дальний выводит. Халевин шайбу теряет. Тукин. Можно в зону заходить. Савелию. Тукин из-под защитника. Заблокирован был, по сути, бросок. Шикарная скидка на пятак от Тукина. Сингатулин бросает. Заблокирована была попытка 17 номера. Шайба в углу площадки. Отправляется снаряд по ближнему борту в сторону синей. Тукин. Тукин! Какая шайба от Савелия, друзья! Великолепно! Паузу тут выдержал Тукин просто театральную. Уложил всех абсолютно и загнал шайбу в ворота. Давайте посмотрим повтор. Видим, это лишь самую концовочку. Но давайте посмотрим полностью весь эпизод. Это интересно уже даже лично мне. Я вот с удовольствием пересмотрю еще раз эту шайбу, потому что получилось просто на загляденье. Здесь от Тукина, конечно. Вот, собственно, друзья, на ваших экранах повтор. Тукин из угла вылез. Ушел раз, ушел два, уложил Ана и куда-то там под... Так. Кирилл Козлов. Голевая передача, по-моему. Если мне не послышалось, ну, ладно. Отмечаю себе Козлова. Наверное, всего он именно там и был. Сейчас буду на площадке тем временем. Она продолжается очень активная. Забирает шайбу Мухаммад Амин Шахабедин под свой контроль. Поднимается шайба на синюю линию. Бросок по воротам. Добивать было некому. Богинцев отправляет шайбу на Тамерлана Кудьярова. Кудьяров нашел чужую. Бросает по воротам. Шайба покидает пределы площадки. Отправляется куда-то на трибуну. Высоко-высоко. Также, да, хорошо мне вот вспоминается матч между командами. Вот не хочу врать, друзья, не помню. Да, по-моему, на втором туре это была игра. Когда 4-2 был счет. Ну, вроде бы да, я
надеюсь, не обманул, но тогда получил штраф до конца игры, по-моему, Абдукаим Абдувасиков, да, именно он. Там очень жестко он впечатал в борт Андрея Новикова. Ну, прям, да, грубо, грязно. Не знаю, даже до сих пор, я вот зачем, я помню этот эпизод прекрасно был. Он произошел как раз-таки здесь, в Шымкенте, точно на арене. За воротами, где сейчас Александр Ан находится. Вот там вот досталось Новикову. Второй период, это был, да, концовка второго периода. И по итогу 5 минут и до конца игры штраф получил Абдувасиков. И я, если честно, в тот момент уже подумал, что, ну, это удаление сейчас испортит игру ташкентцам. Ну, ташкентцы выстояли и по итогу еще и победу там одержали. Хотя, как сейчас помню, третий период тогда был, ну, какой-то супер насыщенный на моменты. Там и те бросают, и эти, те атакуют в эти ворота. В общем, там прям жесть творилась. Матч получился огненный. И, если честно, я бы, да, и с удовольствием бы посмотрел еще раз на повторение такого же хоккея, только без жесткого силового против Новикова, пожалуйста. Слишком уж это, да, было страшно со стороны смотреть. Прям Новикову там досталось, дай боже. Азимов шайбу контролирует. Отправляет шайбу на ближний, на Ермолова. Ермолов в центр. Хорошая передача Салахидин. Азимов, ну что же это он творит-то? Бросок, добивание. Савелий Аминов, браво! Шикарное спасение от голкипера. Ганиев бросает в ближний угол, не попадает шайба в створ на подборе. Первым Ермолов. Ермолов оставил на партнера, заброс в угол площадки последовал. Там действует Халевин. Халевин. Передача на Азимова. Салахидин снова заряжает пушку просто. Не зафиксирована была шайба, арбитр поторопился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Классный, классный эпизод получился. Ну а здесь еще и драка сейчас завяжется. Там Ганиев с Куминовым толкаются. Два габаритных, конечно, парня. Вбрасывание. Остается за командой Ташкент Селект. Камалов бросил по воротам. Заблокирована была эта попытка. Отправилась шайба на площадке. Передача на ближний борт. Там неприятный рикошет от лицевого. Под контролем Халевина. Халевин. Халевин. Шайба отправляется за пределы площадки. Что тут говорит арбитр по этому поводу? Будет ли удаление в составе Кулагера? Я думаю, что не должно быть. Ну, мы, конечно, не видели полностью эпизод. Тут тяжеловато было разглядеть, куда там шайба летела. Но, по-моему, должно там было быть касание чего-нибудь хотя бы. Раз у него ворота Минова снова. Остается за Сингатуллиным. Шайбу Вележанский будет из зоны выводить. Передача нетучная. Абдувасиков бросил. Реагирует Аминов. Шайбу можно из зоны вывести. Тукин. Тукин. Господь синюю. Тукин. Зашел в чужую вместе с Козловым. Тукин. Крутанулся в углу площадки. Поднимает на синюю линию. Бросок Новикова. Блокируется эта попытка. Халевин на подборе. Без клюшки там Богдан. Ай-яй-яй. Неприятный эпизод для Халевина. Нужно как-то помочь ему. Камалов. Не без проблем, но все-таки выводит шайбу в среднюю зону. Халевин меняться наверняка отправился. Тукин. Тукин красиво ушел от опеки. Тукин. Оставление на Козлова. Козлов. Зашел в чужую. Козлов. Момент какой. Хороший бросок. Неожиданный для Ана. Но Александр на реакции сумел шайбу здесь вытащить. Мне остается за командой Кулагер. Бросок раз, бросок два. Вернее, его попытка. Справляется голкипер. Выведена была шайба с пятака. По итогу Нуридинов вывел в среднюю на Дербек. Заходит в чужую. Нуридинов придумает дальше. В площадке оказывается. Там борьба за него завязалась. Шайба под контролем команды Ташкент Селект. За ворот начинает выкатывать здесь друг ташкентцев. Кто там был, я бы не разглядел, если честно. В итоге шайбу Богинцева. Богинцев отправляет шайбу в среднюю. Снаряд оказывается под контролем ташкентцев. Жураев вывел в среднюю зону снова. Там Круглов первый. Круглов перевел на ближний. Богинцев под красную линию передача. Куминов. Куминов. Там как врезались там в Данила, но по итогу так Данила на ногах устоял, а вот
кто-то в него врезался, я не видел, если честно, падение там случилось для этого игрока. Скороли. Еще терпнул и в угол. Попытка прострела. Не самая удачная шайба. На площадке. Мухаммед Амин Шахабедин. На шайбу цепляется Шахабедин. Выводит шайбу из зоны. На подборе первым оказывается Круглов. Круглов скинул на Мартынова. Мартынов в центр на Зыбина отыграл. Зыбина попытались от шайбы оттеснить. Зыбин, тем не менее, успевает ее за ворота. Переправит Шахриер Муминов. Скидка пошла на ближний. Бехрус Бахадиров здесь первым будет. Бахадиров. Это еще отправляет хорошую на Илью Попова. Попов. Попов зашел Илья в чужую. Хорошо протащил снаряд. Развернуться можно сейчас. Попов хорошо проткнул шайбу за ворота. Уйти от силового приема Илье не удалось. Попов сам там расколол неплохо оппонента. Заставил ошибиться в передаче. Моментище. Зыбин ловит на себя на пятаке этот бросок. Красавец, красавец Максим. Отлично отработал в этом эпизоде шайба. Отправляется к... здесь. Мартынову похож. Шайба в центр, на Куминова выкатилась. Куминов не вывел ее из зоны. Снова ошибка в передаче от Данила. Азимов развернулся. Салахидин. Хорошее оставление. Попов бросает. Савелий Аминов. Савелий Аминов среагировал. Сбрасывание. Осталось за командой Кулагер. Последние минуты первого периода взяла свой обратный отсчет. Шайба оказывается в средней. Под чьим контролем? Мухаммад Али Бахадиров. Бахадиров покатил в атаку Мухаммад Али. Заброс все-таки в чужую решил организовать. Новиков первый на подборе. Прям четко ему в клюшку шайба пришла. Как будто на него целенаправленно Бахадиров-то и отдавал. Новиков за ворота. На Вележанского переводит. Вележанский. Ножочку. Важочков. Не сумел пока вывести шайбу из зоны. Ну и по итогу, да. А шайбу у Новикова снова за ворота. Новиков. Ошибка. Ошибка в передаче от Андрея. Камала в синюю перекрыл. Тимур за ворота сместился на пятак. Простреливает. Савелий Аминов выручает свою команду в очередной раз. И дает партнерам возможность просто выбросить. Просто выбросить шайбу подальше от ворот. Абдувасиков. Хватит ли Абдукаюму времени? Это очень большой вопрос. Назаров здесь жестко принял 45-го номера. Шайба оказывается у дальнего борта. В зоне ее пытаются сохранить Петропавловцы, но это уже все не важно. Камалову тут просто не хватит времени, вероятнее всего. Камалов на Бахадирова. Прекрасная была атака. Ну а здесь еще и поедут Мухаммад Али Бахадирову доказывать, что это петропавловцы. Там может драка завязаться. Так, смотрим. Чем же этот эпизод закончится по итогу? Арбитры подъехали. Тут завязывается потасовка. Камалов убирает Таира Назарова, отправляет его в раздевалку, да. И просто тут Камалов, да, исполнил некую роль кота Леопольда в этой ситуации. Всех развел по разным углам и отправил по раздевалочкам. Новиков там продолжает агрессировать, конечно, ну да ладно. Ребята, конечно, все горячие, ребята все хотят победить сегодня, поэтому мы с вами, друзья, уходим на небольшую паузу, 15-минутную. Ну и пока давайте посмотрим повторы и послушаем музыку. Отдыхаем, перерыв. Dreaming what just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.
Thank you.
Ну что же, друзья, возвращаемся в эфир, стартует второй период нашей встречи, счет на табло у нас 1-1 по итогам первого. Ну и закончился этот первый период, очень-очень жарко, я бы сказал, да, была у нас там попытка такой драки, но Тимур Камалов, да, подъехал, всех там растащил, там и судьи уже присоединились, но я тогда, и правда, Камалов всех разогнал, и судьи не нужны, вот тут почти, да, почти все верно, да. Там судьи, конечно, неплохо так подсобили Тимуру, но он, я думаю, сам бы, в принципе, справиться сумел, если бы понадобилось, конечно. Новиков присел, Абдувасиков, видимо, поедет вместе с ним, если я все правильно понимаю. И еще кто-то у ташкентцев, там ничего себе, сколько народу поотправляли по скамейкам, что? Так, нужно слушать теперь, нужно вслушиваться прямо хорошенечко во все эти штрафы, кому тут что, сколько выпишут. Так, ну, у Кологера это точно Новиков, 100%. И Назаров, вероятнее всего. Бросование. Осталось за ташкентцами. Азимов! Хороший бросок. Салахидинов куда в зону реагирует Аминов. Шайба под контролем Кологера. На Козлова отправил. Козлов отыгрывал назад. Передача оказалась неточной. Шайба под контролем Ермолова. Ермолов смещается в угол площадки. Ермолов за ворота укатил. Что придумает дальше Владислав. Пас на синюю придумал. Бросок по воротам от Мухамадьёра Ганиева. Добавить было некому. Снаряд фиксирует Аминов. Так. Назаров, Новиков по грубости. Каждому выписано. Так, теперь слушаем про ташкентцев. Да, тоже должны нам озвучить это сейчас на арене. Тукен. Оставил снаряд на Сингатурина. Так, слушаем. Так. И Мухаммадали Бахадиров. Ага. Так, Абдукаюм, Абдувасиков, Мухаммадали Бахадиров. Тоже оба за грубость, тоже присели. Ну что же. Все, теперь все отмечено. Теперь все дело в протоколе имеется. Теперь мы знаем, да, главных участников той самой потасовочки, да, в концовке первого периода. Азимов. Поднял на синюю линию бросок от Мухаммадьёра Ганиева. Справляется с этим броском Савелий Аминов. Снова. Вбрасывание остается за ташкентцами. Камалов. От синей линии готовит бросок. Заблокирована была эта попытка Круглова. Да, очень долго натягивал там шайбу Камалов. Прям вот выжидал момент, но Круглов все это время следовал просто за ним и не позволил бросок нанести. Куминов просто как ракета настоящая в зону ворвался, но далее ничего придумать не удалось. Шайба у ближнего. Под контролем Петропавловцев. Круглов в центр снова на Куминова. И снова Куминов. Ведь в зону-то зайдет. Куминов. Бросок из-под защитника мимо. Камалов на подборе первый. Камалов по борту шайбу отправляет. Халивин в центр отыграл. Неточная передача. Шайба под контролем Багинцева. Багинцев на дальний вывел. Куминов попадает под силовой прием. Мухаммад Амин Шахабедин по борту на Камалова вывел. Камалов дальше на Халивина. Халивин. Удается Богдану проткнуть шайбу в среднюю. Тут Кудьяров на подборе первый. Кудьяров отыграл на Багинцева. Багинцев дальше на Емельянова. Емельянов вывел шайбу в среднюю. Тут пошел просто заброс в зону. Ташкентск. Багинцев раскатился. Сам начинает идти в атаку по ближнему борту. Арсений Багинцев. Зайти в чужую полноценно не удалось. Перехват хороший от Камалова. Теперь уже Тимур в атаку пошел. Камалов с неудобной такой прострел на пятак. Добавить на пятаке не удается Попову. Шайба под чьим контролем оказалась? Под контролем Салахидина Азимова. Азимов сместился в угол. Попал под силовой от Багинцева. Азимов поднимает на синюю. Тут никого не было. В нужный момент Дербик Хусамбоев только-только со сменки появился. Банально не успел на синюю линию выкатить. Ганиев. Играет Мухаммадьёр через заброс в чужую. Поедут ташкентцы там в углу борьбу навязывать. Ермолову досталось. Неплохо его там в борт впечатали. Шайба была из зоны выброшена петропавловцами. Снаряд под контролем Ганиева. Ганиев отыграл на Попова. Илья по борту на Ганиева продлевал. Ганиев не сумел зайти Мухаммадьёр в зону. Азимов хороший перехват в центре. Салахидин зашел в чужую. Хороший, хлесткий снова бросок. И снова Савелий Аминов реагирует на этот выстрел. Салахидин Азимов протащил за ворота. Скинул на Ермолова. Владислав на Азимова хотел вернуть.
Салахидин не справился с приемом. Ганиев поднял на синюю линию. От синей Попов готовит бросок. Илья мимо ворот шайба отправляется. На подборе первым оказывается Ермолов. Ермолов на Хусамбоева. Нет? Или кто-то был тут на синей? Не Хусамбоев тут был. Или все-таки Дюрбек. Да, скорее всего, Дюрбек там был. Они вроде как в паре с Ганиевым играют. А тут проброс. Зафиксирован был арбитром. Появляются из штрафных боксов наши драчуны. Ну, как драчуны, да, такие. Грубиян скорее. Это у нас, да, Абдукаим Амдувасиков, Мухаммад Али Бахадиров, Таир Назаров и Андрей Новиков. Ну что же, сразу же Абдувасиков и Бахадиров на льду остаются. Ну, а игроки Кулагера на льду остаться не могут. Был зафиксирован проброс, вынуждены игроки Петропавловцев на льду остаться. Сбрасывание остается за хоккеистами Кулагера. Багинцев по борту. Передача пошла на Скороли. Иркинул и шайбу зацепить сумел в средний. Выведен был снаряд в центр. Халивин на подборе здесь первый. Халивин чуть назад отыграл. Передача от Абдувасикова на дальний пошла. Ниязов будет в зону заходить. Ниязов по дальнему. Через заброс принял решение сыграть Халивин. Попал по силовой Джучкова. Круглов уже тут как тут. Шайбу подбирает. Емельянов выводит ее на Аскарали. Еркинул и в средний падает. Будет ли удаление? Мы пока не видим. Подняли там рука арбитра. Нет, Абдувасиков здесь играл чисто по мнению главного арбитра встречи. Бросок по воротам заблокирован был. Абдукаюм на синюю поднял. Халивин. Выстрел по воротам. Блокирована была эта попытка. Шайба из зоны не выходит. Синюю Ниязов закрыл. Скидка на Бахадирова в угол площадки. Мухаммад Али попытался уйти от Круглова. Ой, от Круглова, простите, от Багинцева там в углу, да. А шайбу не очень удачно зацепил. В итоге все-таки сумел довести ее до Халивина. Халивин на Бахадирова. Вернул. Мухаммад Али на синюю линию поднимает. Здесь никого из партнеров не оказалось. За это время успеют петропавловцы поменяться. Сами ташкентцы тоже наверняка на пересменку отправятся. Ну, может быть, нападающий как минимум. Ниязов за воротами располагается. Нет, кстати говоря, никуда не отправились ташкентцы. Осталось тоже абсолютно звено на льду. Шайба в средней. Отправляется наряд Мухаммад Али Бахадира вперед. Шайба под контролем Мартынова. Передача под синюю линию. Зыбин. Зыбин. Прострел на дальнюю не проходит. Шайба оказывается под контролем Мартынова. Передача от Владимира на ближний борт переходит на Козлова. Козлов. Теряет шайбу в средней. Козлов снова шайбу подобрал. Пытается в атаку пойти. Перехвачен был снаряд. Абдукаим Абдувасиков в центр сместиться не дали. Шайба под контролем Назарова. Таир оставил на Козлова. Козлов. Козлов на паузе. Передача на пятака Назарова не прошла. Там на пятаке месиво настоящее. Ниязов оттуда шайбу выводит. И аккуратно парашютом отправляет ее в среднюю. Тут Мухаммад Амин Шахабидин хорошо зацепился. Мухаммад Амин на пятак смещается. Здесь его останавливает Дмитрий Ади. Еще и Шахабидин там в борт за воротами влетает. Снаряд отправляется через пятак на дальний. Там Мартынов будет первым. Отправляется шайба в среднюю зону. Назаров шайбу теряет. Нуридинов зашел в чужую на Дербек. Теряет шайбу, отправляет ее в угол Димитриади. А там Шахабидин-то первый. Мухаммад Амин. Жесткий, очень жесткий силовой против Шахабидина сейчас от Назарова. Ну, тут уже, да, ребята, где-то, мне кажется, будут малость грубовато играть. Потому что арбитр вот в подобных эпизодах, да, как сейчас. То есть, да, это толчок на борт, по сути, если так посмотреть. Арбитр здесь ничего не дал. И из-за этого сейчас ташкентцы захотят, ну, как захотят, я не знаю, конечно, не могу утверждать, но часто в таких эпизодах начинают ребята друг другу как бы мстить, условно говоря. То есть, там, допустим, вот сейчас Назаров впечатал, сейчас кто-нибудь поедет Назарова впечатает. Потом Назаров тоже решит, что, а что это, я тоже хочу отомстить, и тоже поедет кого-нибудь впечатывать. Поэтому здесь... ну, арбитр должен в таких эпизодах, пожалуй, давать свистки. Иначе все это, как уже писали в перерыве, если судьи не проснутся, будет массовая драка. И правда, массовая драка здесь случиться может вообще спокойно. Салахидин Азимов развернулся у дальнего борта, забросил шайбу в угол площадки. Ермолов попал там под давление. Шайба выкатывается к Тукину. Тукин вывел шайбу в среднюю. Мухаммад Йорганиев на подборе оказывается первым. Ганиев отправляет шайбу на Ермолова. Ермолов замешкался немного Владислав. Перехват от Тукина. Савелий сместился за ворота. Тукин попадает там под силовый прием от Дюрбека Хусамбоева. Шайба отправлена была на ближний, на Попова. Попов в центр отыгрывает шайбу. Ермолов и Азимов убегают в контратаку. Хорошая передача. Великолепный розыгрыш Савелий Аминов. Браво, браво, Савелий. Шикарное спасение. Шайба отправляется за ворота команды Кулагер.
Снаряд под контролем Емельянова, по-моему. Емельянов на Козлова вывел. Козлов просто продлил в среднюю зону. Шайба под контролем Хусамбоева. Дюрбек нашел Салахидина Азимова в средней. Азимов неплохо прошел здесь в средней Тукина. Бросок с острого угла от Азимова. Справляется голкипер. Шайбу Попова. Илья у дальнего борта действует. Попов. Оставление на партнера. Заброс за ворота по итогу последовал. Оттуда Емельянов шайбу отправляет на ближний. Неприятный рикошет из угла площадки. Попов шайбу подбирает. Да, неприятный для петропавловцев, но более чем приятный для ташкентцев он получился. Синяя линия перекрыта Мухаммадьёром Ганиевым. Заброс за ворота последовал. Ермолов поднимает на синюю. Бросок по воротам пошел неточный. Шайба оказывается в углу площадки под контролем Александра Вележанского. Вележанский вывел на ближний. Козлов отправляет шайбу вперед. На подборе Дюрбек. Хусамбоев будет первым. Хусамбоев тоже парень очень скоростной, но как будто бы Дюрбек не особо, да, фанат там вперед куда-то пойти. Шайба оказывается под контролем Новикова. Новиков в среднюю. На Зыбина. Зыбин оставил Куминову. Куминов на пятак. Прострельная передача. Александр Ан не смог шайбу зафиксировать, хотя явно да было видно, что пытался. Ну и по итогу могло это закончиться, конечно, печально, но на пятаке партнеры подчистили, что называется. Бахадиров вывел Мухаммад Али шайбу вперед. Не самая удачная передача. В коньке она пришла Илье Попову. Попов развернулся. Ушел от силового приема. Попов еще раз уходит от силового. Да как красиво-то действует. А Илья прострел на пятак. Куминов на пятаке просто сносит на своем пути Абдукаюма Абдувасикова. Шайба у ближнего борта оказалась под контролем Тимура Камалова. Камалов заброс последовал в чужую. На подборе оказывается первым у дальнего борта Новиков. Новиков вывел шайбу в среднюю. Снаряд под контролем Куминова. Куминов. Куминов оставление на партнера не получилось организовать. Шайба под контролем команды Ташкент Селект. Передача вперед хорошая проходит. Шайба здесь под контролем Мухаммад Али Бахадирова. Прострел интересный. На дальний пятак, где никого не оказалось. Опять же, нужно время. Заброс за ворота последовал. Халивин на подборе первым хотел оказаться здесь Богдан, до шайбы не добрался. Снаряд оказывается на синей линии. Шайба у ближнего борта где-то находится сейчас. Камалов. Вставление на Халивина. Халивин. Пытается в угол площадки пролезть. Борьба у ближнего борта. Выиграна была Халивиным. Тот в центр попытался сместиться, но 4 игрока просто перед ним находятся. Деться там буквально некуда. Халивину было. Камалов. Передача по борту не проходит. Покидает шайбу пределы площадки. А там намечается очередная потасовочка. Потолкались ребята, но тогда прямо красная линия как будто их там разделяла. Как будто она там, да, не просто по льду нарисована, а как будто перед ними стена такая красная. Ну и ребята просто разъехались. Вбрасывание в центре. Отправляет шайба за ворота ташкентцев. Передача пошла на Дюрбека Нуридинова. Нуридинов. Зайти в чужую не удается. Перехват от петропавловцев. Таир Назаров. Шайбу контролирует 12 номер. Назаров. Передачу отправляет на ближний борт. Шайба дальше отправлена была в среднюю. Вывести из зоны Шахабидин пытается. Ну и по итогу удается, да, шайбу довести в среднюю. Тут шайба под контролем Мухаммада Мина Шахабидина снова. Тот забросил ее в чужую, попал в арбитра. Арбитры, да, сегодня как-то скорее мешают во многих эпизодах, чем помогают. Но бывает такое, да, может, не лучший день у них сегодня. Бросок по воротам наносит Шахабидин. Справляется с этим броском Савелий Аминов. Что у нас здесь, да, какое-то обсуждение ведется там с тренерским штабом команды Ташкент Селект. Что-то, видимо, чем-то недоволен Дмитрий Геннадьевич Макаров. Ну, мы не знаем, да, мы не знаем наверняка чем. Вбрасывание.
осталось за командой Кулагер. Новиков. Действует в углу площадки. Азимов. Заброс за ворота. Удается Салахидину организовать. Новиков. По борту шайбу отправляет на ближний. Снаряд здесь под контролем Козлова. Козлов. Зашел в чужую. Козлов. Козлов. Ой, как красиво. И это, друзья, 2-1. Кулагер выходит вперед. Ну что же. Отмечаем, отмечаем себе Кирилла Козлова. Шикарная шайба, да, две, вообще два классных прохода показали нам петропавловцы. Смотрим еще раз, да, только концовку эпизода мы увидели, к большому сожалению. Ну, давайте тогда посмотрим сами, да. Такую шайбу, ну, не пересмотреть, это прям преступление настоящее. Но сделаем мы это уже вот в ближайшей паузе, я думаю. А пока что продолжим просмотр нашего матча. Шайба под контролем ташкентцев. Отправляется шайба на дальний. Передача отправляется. Хорошая вперед от ташкентцев. Момент для броска. Амина в свою команду выручает. Тукен. Тукен. За ворот отправляет шайбу по борту. Это оказывается в средней. Кем останется здесь борьба в средней зоне? Давайте посмотрим. Непонятно пока там ничего. Ближний борт, как обычно, не видно ничего абсолютно. Шайба оказывается под контролем Абдукаюма. Абдувасикова, видимо, в углу. Да, сумел он Тукина обогнать. Скидка на ближний. По борту шайба была выведена, по-моему, из зоны. Снаряд отправляется на пятачок. Шайба выкатывается на Емельянова. Емельянов. Броска дело не доходит. Шайба отправляется за ворота. Ой, какой момент у Тукина. Какой рикошет от лицевого-то получился. Удачный, но Савельев в створ не попадает. Так, там снова пошла жесткая борьба корпусом в углу. Ребята начали уже прям это откровенно вот грубить друг другу. И ой, не стоит ребятам этого делать. Тут Козлов, откровенно говоря, зацепил оппонента. Но арбитр почему-то молчит. И как я и говорил, это в какой-то момент все это дело дойдет до точки кипения однозначно. Нужно арбитру начинать. Начинать уже потихоньку что-то с этим делать. Мухаммадали Бахадиров показывает здесь арбитру. Мол, ну меня прям цепляли. Цепляли откровенно. Арбитр молчит. Арбитр молчит. Просто послушал и отправил Бахадирова, видимо, на пересменку. Вбрасывание. Остается за командой Ташкент-Селект. Ганиев отправил на Азимова. Азимов. Азимов зашел в чужую. До броска дело не дошло. Шайба у Емельянова. Емельянов на Кудьярова. Кудьяров на Куминова. Передача оказалась уже неточной. Ермолов вывел шайбу из зоны. Куминов там поехал, корпусом поработал. Но шайба тогда Азимова дошла. Салахидин влетел просто в чужую на полной скорости. Да, шайбы там лишился, но, в принципе, да, как минимум что-то мы увидели. Здесь Ганиев. Какой момент? Мухаммадийор до броска дела не доходит. Ганиев поехал, поехал там против Богинцева корпусом работать. Два крупных парня, конечно, там снова борьба в углу площадки. И снова корпусом. Сейчас кто-нибудь кого-нибудь явно очень неаккуратно там впечатает такими темпами. Нужно, да, чтобы арбитр там очень внимательно за ситуацией следил. Потому что, ладно, мы-то все видим, но арбитр сегодня как-то очень многого, я бы сказал, не замечает. Куминов тут, да, так, в стиле Месси просто выпнул шайбу куда-то в среднюю. На подборе Попов. Вот уже и Куминов подключается уже в хоккейном, да, полностью обмундировании с клюшечкой, а не просто ногами. А тут звучит свисток арбитра, и это, друзья, вне игры. Там, да, силовой очередной жесткий был проведен у борта. Ну, я не знаю, я, если честно, уже побаиваюсь за происходящее. Мне прям это все дело очень... напоминает, да, матч, вот, когда, если вы, я думаю, помните, на, получается, то ли первом, то ли втором туре, вот, врать не хочу, не буду, да, поэтому говорить прям конкретно, тоже на туре в Шимкенте, первый либо второй, тогда подрались Горняк и Актоби, и тоже там буквально все выглядело вот так же, весь матч судьи не давали удаления просто, ну, их там было минимальное количество. После этого, просто после матча завязалась какая-то там стычка. Ну, как, просто что-то кому-то не понравилось. И началась массовая драка. Поэтому здесь мне это, если честно, чем-то все напоминает очень сильно ту игру. И я очень не хочу, чтобы это повторилось, конечно. Таир Назаров зашел в чужую. Назаров притащил на дальний борт. Там перехват от Абдувасикова. Абдувасиков покатил в атаку Абдукаюм. Абдувасиков зашел в чужую. Бросок поворотом заблокирован был.
на подборе Димитрий Ади проиграл там борьбу Халевину. Ух, как жестко против Халевина играют. Здесь будет, возможно, даже обоюдное удаление. Халевина там очень сильно в борт впечатал Жучков. Очень грубо толчок на борт очевидный. Там продолжается какое-то обсуждение. Так. Демьян Жучков подъехал. Что-то хотел там, видимо, объяснить арбитру. Но Халевин пока что с трудом, очень большим трудом поднимается со льда. Хомедьер Ганиев на правах капитана общается с арбитром. Халевину партнеры помогают на скамейку добраться. Тяжело, видно, тяжело едет. Едет так медленно, с трудом Богдан Халевин. Но влетел он там в борт, дай боже, да. Ну что же, пересматривать поедет арбитр? Да, арбитр поехал этот эпизод пересматривать. Ну что же, я думаю, что я этот эпизод вроде как бы тоже сохранил. Давайте посмотрим, что у нас здесь произошло. Как минимум попробуем, да? Этот ли это эпизод или нет? Что-то я тут уже сам запутался, если честно. Так, да, это этот эпизод, все верно. Вот тут Халевин. Так, ну... Нет, ну никакого 5 плюс 20 тут не будет, но... нет, 2 минуты должны. Должны сейчас выписать. Ну, как минимум, я думаю. Ну ладно, опять же. Арбитру видней. Ладно, может и не сегодня, но арбитру вообще виднее. Правила они знают лучше. Поэтому я, пожалуй, просто, да, в этой ситуации, ну, да, доверюсь арбитру. Куда ж, да, куда ж я денусь-то, правильно? Как, собственно, и вы, друзья. Вы тоже будете вынуждены довериться арбитру. Других вариантов у нас с вами нет. Так. Показывают нам крупным планом команду Ташкент Селект. Их скамейку запасных. Ребята в ожидании. Ребята в ожидании вердикта арбитра по этому эпизоду. Смотрим. Так. Толчок на борт. 2. Ну, да. Собственно, то, о чем я и говорил. 2 минуты в этой ситуации. Ну, как будто... не знаю. Ладно, окей. Не буду ничего говорить по этому эпизоду. Просто, да, арбитр выписал 2 минуты, значит 2 минуты. Шайба на синей линии. Попов отправляет шайбу в угол площадки. Там Камалов первый на подборе окажется. Камалов на Попова поднял на синюю. Илья перевел на Азимова. Салахидин дальше на Ганиева продлевает. Да, кстати, интересная расстановка в большинстве у ташкентцев. Даже не знаю я. Почему-то на синей линии располагаются, да, Илья Попов и Салахидин Азимов. На пятаке Камалов там, ну, я прекрасно понимаю, почему габаритный парень. Там нужно перекрыть обзор по максимуму Савелия Аминова, и поэтому Камалов на пятаке располагается. Ермолов на дальнем пятаке тоже вполне себе привычная для него позиция. А вот Попов и Азимов на синий, это, конечно, оригинально. Камалов. Камалов за воротами. Падение. Удаления, видимо, не будет. Ермолов пытается вытащить шайбу из-под конька там у своего же партнера. Тимур Камалов ее просто удерживал. Ждал, пока партнеры на помощь подъедут. Ермолов на синюю. Попов. Попов. Перевод великолепный. Какая передача филигранная. Но Ганиев очень-очень долго готовил бросок Мухаммадиор. Шайба в средний. Ермолов. Покатил в атаку. Ермолов. Заходит в зону. Ермолов. Отправляется шайба под синюю линию. Азимов. Передача на Попова отправляет. Попов! Ой-ой-ой, какой момент упускают снова ташкентцы. Ну тут, справедливости ради, прекрасно видел момент Савелий Аминов. Да, никто его там особо не закрывал на пятаке именно в момент броска Попова, поэтому сумел голкипер так резко среагировать. Азимов зашел в чужую. Крутанулся в районе синей линии. Скидка на Попова. Попов! Перевод на дальний! Илья! Ну что-то вообще, вообще в никуда пошла передача, конечно. Шайба. Снова под контролем ташкентцев. Снова зашли они в зону. Козлов, красавец, отлично отработал на синей линии. Салахидин Азимов. Стучит, стучит Александр Ан. Сигнализирует нам о том, что Жучков вот-вот появится. Демьян уже на льду. Заходит в зону Мухаммадиор Ганиев. Протащил шайбу за ворота. Жучков на пересменку-то отправился. Долго здесь Куминова не было. Но как раз вовремя подъехал Данил. Приподнял клюшку Абдукаюму Абдувасейкову. Не дал тому в касание мощный выстрел нанести. Шайба в средний. Под контролем команды Ташкент Селект. Камалов отправил ее в чужую. Абдувасейков поехал корпусом, поработал. Козлов все-таки борьбу эту выигрывает. Отправляет шайбу вперед. Тут Тукин поедет цепляться.
Шляп отправляется на Слахидина Азимова. Жесткий силовой прием от Куминова. Азимов. А ведь Азимов-то в ситуацию в итоге вывел в свою пользу полностью. Сместился за ворота. Передачу на пятак Азимова отправить не дали. Тут еще один жесткий силовой от Данила Куминова. Абдувасика под синей линией заряжает. Голкипер на месте. Новиков. Зону будет выводить Андрей. Да, удается довести ее до Ниязова. Ниязов там против него силовой применяют. А здесь удар соперника клюшкой зафиксирован был. И кто отправляется? Видимо, Новиков. Поехал. Так. В составе Кулагера удаление. Да, и правда. Новиков присаживается за удар соперника клюшкой. Я, если честно, даже не видел, в каком эпизоде это произошло. Ну да ладно. Отмечаем себе удаление. Смотрим за еще одним большинством для ташкентцев. Минута 50 до окончания второго периода. Ну и, по сути, до конца этого второго периода в большинстве находятся ташкентцы. Если, конечно, раньше не забросят. Абдувасиков на точке. Против него там Кудьяров, если я не ошибаюсь. Выбрасывание остается за ташкентцами. Абдувасиков тут, конечно, поторопился. Не стоило вот так вот себе на ход выигрывать и бросать в касание. Слишком это рискованно в большинстве. Там арбитр упал, а тут жесткий силовой против Кирилла Козлова. Что-то еще там по ощущениям ребята парой слов перекинулись. Но это все, да, это все не к добру, конечно. Покатил в атаку Абдувасиков. Зашел Абдукаем в чужую. Передача пошла на дальний. Ниязов. Ниязов. Скидка на Мухаммадали Бахадирова. Бахадиров за ворота переводит. Абдувасиков на подборе будет первым в углу. Абдукаем. Пытается уйти от силового. Здесь Круглов его просто к борту прижимает. Вот тут все было деликатно. Тут Круглов молодец, большой. Мухаммадали Бахадиров. Шайбу контролирует у ближнего. Бахадиров. Отправляет шайбу в угол площадки. Халевин. Халевин. На пятак смещается. Богдану там прилетело на пятаке. Шайба была выведена из зоны петропавловцами. Последняя минута второго периода. 54 секунды, если быть точным, остается на табло. Камалов. Отправляет шайбу под красную. Ермолов. Оставление на партнера организовать не удалось. Шайба под контролем Салахидина Азимова. Азимов. Заходит в чужую. Салахидин. Оставление на Мухаммадьора Ганиева. Ганиев. В угол. Азимов на пятак. В касание. Ермолов бросить не сумел. Шайбу Попова. Попов. В углу площадки. Не стал, да, кстати, в углу укатывать по итогу. У ближнего борта просто покрутился. Илья в центр на Ермолова. Неудачная передача абсолютно. Ермолов там под давлением находился. Попов, кстати, синюю перекрыл. Перевод на Азимова. Салахидин не под руку. Тем не менее, справляется с приемом. Ганиев на пятак. Не проходит передача от Мухаммадиора. Синяя линия закрыта Азимовым. Салахидин. Есть еще секунд примерно 7-8 на реализацию большинства. Ганиев на пятак. Ермолов бросить не дали. И на этом, друзья, второй период нашей встречи подошел к концу. Мы с вами отправляемся на 15-минутную паузу. Перерыв в нашем матче. Отдыхаем, смотрим повторы опасных моментов.
Thank you.
Ну что же, друзья, возвращаемся в эфир. Стартует второй период нашей встречи. Ой, простите, третий период нашей встречи. Счет на табло у нас 2-1 в пользу команды Кулагер. Уже появляются на льду хоккеисты. Да, вернее, как, появились. Команда Ташкент Селект будет наказана малым скамеечным штрафом за задержку времени игры. Да, долго, очень долго появлялись на льду ташкентцы, но... Да, видимо, немножко не подрасчитали время перерыва. В любом случае, начинают они этот период в меньшинстве, это мы уже понимаем. Ну и, друзья, да, хотелось бы сразу попросить вас, давайте не будем друг друга там оскорблять и так далее в чате. Я прекрасно, да, понимаю там дискуссию и так далее, но если эта дискуссия перейдет во взаимные оскорбления, я буду вынужден, да, выдавать там временные блокировки и так далее. Я, если честно, этим заниматься очень не хочу, поэтому хотелось бы вас попросить просто... быть, да, чуть добрее друг другу. Я понимаю, что игра здесь очень накаленная, много страстей и так далее. Да, много травм может быть у ребят. То есть, да, там вот Камалова очень сильно досталось. Я все это прекрасно, друзья, понимаю. И просто в любом случае попрошу вас быть чуть добрее и просто, ну, постараться, да, как-то без взаимных оскорблений. Спасибо вам большое заранее, да. Надеюсь, все будет хорошо у нас в чате. Так, ну что же, у нас отправляется на скамейку штрафников там кто-то отбывать малый скамеечный штраф за команду Ташкент Селект. Ну, сути, собственно, дело не меняет, да, кто там поехал. Вбрасывание у нас будет проведено в центре, естественно, вчетвером ташкентцы на льду. Вбрасывание. Осталось за командой Ташкент Селект. Шайба отправляется на Ермолова. Ермолов. Заброс последовал в чужую. Шайба отправляется на дальний борт. В полном составе Кулагер появился на льду удаленный Новиков. Ну и теперь в полноценном большинстве находятся петропавловцы. Покатил в атаку Козлов, зашел в чужую. Козлов. До броска дело не дошло. Очень линии Вележанский может добавить. Бросок поворотов. Александр Ан. Снаряд зафиксировал. Вбрасывание остается за командой Ташкент Селект. Вывести шайбу из зоны не получилось. Пока Ганиев должен с этой задачей справляться. Падение от Мухамадиора. Чистейшие 2 минуты для петропавловцев. Да, подножка. Подножка однозначно. Ганиев может сейчас выигрывать времени здесь сколько угодно. Да, просто находиться по максимуму за воротами. Может просто дождаться, по сути. Ну, еще секунд там, может, 10-20. Будет славно наверняка, потому что время-то все это время идет. Да, как бы время удаления игрока ташкентцев. Остается минута до выхода удаленного игрока команды Ташкент Селект. И у нас с вами, да, будет большинство для ташкентцев. И продлится оно 57 секунд. Ну что же, Куминов отправился на скамейку штрафников своей команды за подножку. Вбрасывание у ворот Савелия Аминова. Аминов не побоялся, сыграл клюшкой. Красавец Саверий. Шайба у дальнего борта. Козлов отправляет шайбу под синюю линию. Тут Тукин. Тукин. Савелий. Что творит? Влетает в Александра. Она просит голкипер паузу. Получил он там повреждение. И у нас завязывается драка на бедаке. Тут снова на там навалились. Тут завязывается прям драка. Драка. Вот о чем я и говорил. Да. Ну это то, что все предсказывали, мне кажется, подобного рода события. Ну и по итогу, да, арбитры очень быстро подъехали. Александр Ан там лежит. Ему больно. Ему очень больно. Понятное дело, что ему там досталось от Тукина. Но по ощущениям, не то чтобы, ну, виноват Савири. Да, влетели в голкипера, конечно. Тукина там самого уронили, по ощущениям. Я искренне надеюсь, что Александр Ан сможет игру продолжить, потому что видно, что голкиперу там досталось тоже очень-очень сильно. Арбитр, возможно, поедет этот эпизод пересмотрит. Но мы с вами, да, ждем, собственно, его решения. Там точно Халевин поехал на скамейку, вместе с ним там Тукин наверняка присядет. Сейчас будем слушать, будем вслушиваться изо всех сил. Так, Халевин и Ниязов у ташкентцев уже по штрафным боксам отправились.
кто у Кулагира поедет, тоже большой-большой вопрос. Александр Рантом, да, в себя приходит. Потихоньку, вроде бы все с ним будет в порядке, но мы на это надеемся, да. Антом немножко разомнется сейчас, но когда в тебя влетают на полной скорости, да, приятного, безусловно, мало. Так, арбитр, видать, поехал пересматривать, и правда, этот эпизод. Кому что, сколько выписывать, ну а мы с вами, друзья, вынуждены просто ждать вердикта. Так, судя по всему, арбитр свой вердикт вынес. Мы с вами сейчас будем все это дело слушать. Так, ну, к сожалению, разглядеть, сколько там, насколько формат, если честно, не представляется возможным. Должны мы все это дело слушать. Новиков тоже поехал куда-то. Что происходит? Ладно, просто слушаем, зачем я тут что-то пытаюсь смотреть, если это, ну, просто нереально и непонятно. Просто будем надеяться на то, что мы услышим объявление на арене. По максимуму, да, будем фокусироваться на этом. Если вдруг, да, там в эфире будет не слышно, я буду в любом случае все это вам, да, транслировать. Так, трое на льду ташкентцев. Четверо петропавловцев, если я все правильно понимаю. Так. Грубость Халевину выписана, малый штраф. Шайба у дальнего борта. Азимов убегает в атаку. Салахиддин. Хорошая передача на Ганиева. Мухамадийор на паузе. Ганиев! Великолепно все сделал капитан, но не переиграл Савелия Аминова в этой ситуации. Так, ну, собственно, Халевин наказан. А дальше что? Там как-то, ну, много народу удалили, а почему-то объявили только пока Богдана Халевина. Вбрасывание осталось за командой Ташкент-Селект. Попов у дальнего борта. Отправляет шайбу на синюю линию. Бросок по воротам. Справляется с этим броском Савелий Аминов. Шайба выведена была в среднюю. Козлов в центр на Кутьярова отыграл. Ну и все, вроде как зашли в зону петропавловцы. Главное теперь в ней закрепиться сейчас. 4 на 3 они играют, они в большинстве. И Кутьяров вот такой вот вираж придумал, Александр Ан. Просто великолепен голкипер. Но сегодня у нас, да, голкиперы друг друга безусловно стоят. Что Ан, что Аминов. Оба проводят прекрасную игру. Аплодисменты ребятам, да. Надеемся, что никаких травм у нас до конца матча больше не будет. Потому что сейчас, когда игра уже настолько накалена, просто ну, до ужаса, если честно. Может произойти все, что угодно. Вбрасывание остается за командой Ташкент-Селект. Камалов, кстати говоря, на льду появился. Это в полном составе команда Ташкент-Селект? Что? Нет, не в полном составе команда Ташкент-Селект. Ну ладно, забыли. Камалов бросить попытался. Камалов оставил Абдувасикову. Абдувасиков в углу площадки. Меня что-то уже... Меня же смеяться хочется, если честно. Там даже не близко полные составы. Там полные штрафные боксы скорее, а не составы. Ну да ладно. Шайба у ближнего борта. Камалову снаряд приходит. Камалов отправляет шайбу на Абдувасикова. Абдувасиков попадает под жесткий силовой прием у дальнего борта. Снаряд за воротами. Богинцев. Богинцев. Под давление от Ермолова попал здесь. Богинцев. Центр вывел. Силовой прием. Шайбу в зоне удалось ташкентцам сохранить. Ермолов на подборе будет первым за воротами, по-моему. Круглов. Так, 7 секунд до выхода удаленного Куминова и примерно 20 до выхода Халевина. Там силовой прием уже от Абдувасикова. Шайба под контролем Хусамбоева. Дюрбек под силовой попал. Вот теперь в полном составе Кулагир. Шайба отправляется на ближний. Куминов покатил в атаку. Снаряд оказывается в средней. Салахиддин Азимов. Там Халевин уже просто на низком старте. Халевин явно, да, на нервах. Халевин появился на льду. Отправляется шайба вперед. Неточная передача. Халевин тут же включается в игру. В прессинг. Абдувасиков. Хороший перехват. Абдукаюм до броска дела не довел. Отправляет Салахиддин Азимов шайбу в угол площадки. Снаряд. Под контролем Богинцева. Богинцев. Попал под давление. Тут даже Сингатулин сместился. Абдувасиков под силовой попадает. Богинцев.
Багинцев с Сингатулиным вместе против Попова и Абдувасикова. Борьбу эту выигрывают ташкентцы. Попов оставляет шайбу Азимову. Салахидин в угол. Там Абдувасиков на пятак. Так, Азимов, Салахидин! Салахидин, Азимов, какая пауза! Савелий Аминов, браво, голкипер! Браво, Савелий в этом эпизоде. Шикарно! Шикарно играют оба голкипера. Я прям, ну, не перестаю удивляться. Ребята тащат по-настоящему. Вот у них там, да, вот у них реально своя игра, пока там обе команды бьются просто в силовую, там просто друг друга в борты размазывают, а голкиперы просто полностью сфокусированы на игре и полностью нацелены на победу. Вбрасывание остается за командой Кулагер. Шайба у Козлова. Козлов отправляет шайбу в среднюю зону. Ганиев. Шайбу контролирует Мухамадийор. Шайба отправляется здесь к Тукину. Тукин бросает по воротам. Заблокирована была эта попытка. Шайба в угол площадки. Попов. Попов покатил в атаку. Попов вывел шайбу в среднюю. На подборе Новиков оказывается первым у собственных ворот. Новиков. Ой, жестко тут играет Попов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как досталось там Новикову, вот этого мы и боялись. Это еще и не удаление, а вот тут будет удаление. Уже и у нас снова драка. Снова понеслась. Так, ну и кто там, с кем, непонятно, ничего абсолютно, арбитр, ну я не знаю, да, тут арбитр просто отъехал, Попова вытащили из этой борьбы, Азимов там с Козловым что-то обсуждают, Тукин с Ганиевым тут общаются, да тут прям разделилась вся эта потасовка, уже появляется кто-то там из штрафного бокса, ребят, разнимать, тут сейчас обе пятерки просто, мне кажется, отправят по скамейкам штрафников, если честно. Скорую просят на лед. Скорую просят на лед сейчас. Да, Новикову там опять досталось. Но снова в матче против Ташкент Селекты. Снова за воротами получает серьезное повреждение Новиков. Да что же это такое? Да, как же не везет. Как же не везет 19-му номеру. Надеемся, что ничего там серьезного с Андреем не произошло. Но Попов его там очень жестко в борт впечатал. Вполне возможно, что арбитр этот эпизод пересмотрит. Выпишет там какой-то большой штраф Илье. Такое тоже более чем вероятно. Но будем ожидать. Будем ожидать пока. И, конечно же, желаем. Желаем здоровья мы Андрею Новикову. Ну, игра эта пришла явно не в то русло, которое нам хотелось бы видеть. Тут прям драка за дракой сейчас начнется этот третий период. Я не знаю, как команды будут доигрывать, если честно. Просто я не понимаю, да, кого будет здесь командам играть, потому что это уже будет не игра, это будет реально бокс. Ну вот, по ощущениям, из того, что я вижу сейчас, нас с вами ожидает просто боксерский поединок. Судья подъехал, посмотрел, что там с Новиковым. Новиков по-прежнему не может подняться. Настолько сильно там прилетело Андрею. Так, появляются врачи скорой помощи. Врач Сарина уже давно там. Врачи скорой теперь появились. Ну, да, здесь мы, конечно, не видим ничего особо. Ну, я даже не знаю, что по этому поводу можно сказать. Там забирают всю амуницию Новикова. Я вот не понимаю, кто там появился вот на льду. Что за человек это? Я, если честно, первый раз его вижу. Так, как бы тут носилки не понадобились. Новикова поднимают, похоже, со льда. Да, с большим трудом поднимается Андрей. Очень больно ему. Цепляет его там Зыбин. Да, сейчас и Куминов подъедет, я думаю, с другой стороны. Так, ну, все, Новикова повели на скамейку запасных. Да, надеемся, что с Андреем тут, конечно, ничего серьезного. Но очень тяжело сейчас Новикова везут на скамейку. Да, что-то там, я не знаю даже с чем там сейчас. Спина, нога, да тут что угодно может быть буквально. И головой там мог Новиков удариться, и спиной, и ногами, и чем угодно. Вот буквально чем угодно. Арбитр все это дело пошел смотреть. Угу. Так, ну что же, ждем. Ждем вердикт. Ну, давайте так. Я рискну предположить, что Илья Попову здесь будет выписан, если небольшой 5-минутный штраф, то вообще там 5 плюс 20, да, и до конца игры. Потому что эпизод был очень жесткий, на самом-то деле.
так, друзья, да, вот в чате меня попросили не нагнетать, но если честно, я даже, ну, я не пытаюсь, я клянусь вообще, я не пытаюсь нагнетать ничего, тут игра и сама без меня нагнетена достаточно, я не вижу смысла тут что-либо нагнетать, да и зачем оно, кому оно надо, просто я, правда, уже начинаю нервничать, меня это тоже не сильно прикалывает сейчас смотреть реально боксерский поединок в третьем периоде. Thank you.
Так, друзья, ну что же, появился арбитр на льду. Поехал он объяснять сначала что-то тренерскому штабу ташкентцев, да. Виталий Геннадьевич Макаров, Абдурашид Абдулхадиевич Мусалиев. Внимательно, внимательно его слушают. Так, пятеро с одной стороны, четыре с другой. Ага. А с какой стороны, у кого сколько там сидит, я хотел бы сразу разобраться для себя, что, кого тут будем фиксировать, потому что я боюсь, я тут сейчас не буду успевать записывать просто сколько там народу по штрафным боксам. Ну, хочется очень все это дело расслышать, но я там смотрю, да, народу там на трибунах довольно много. Там, видимо, команда Торнадо как раз находится, возможно, там же хоккеисты команды Актоби сидят, тоже вполне себе такое реально. Потому что я вот там видел их в одном из периодов, если мне не показалось, опять же, ну, да, скорее всего, они тоже наблюдают, у них сегодня, кажется, выходной, по-моему, да? Да, сегодня выходной у команды Актобе, ну и они, собственно, приехали на арену, видимо, хоккей посмотреть, там где-то, может, размяться, что-нибудь еще поделать, чтобы зря там, так сказать, в гостинице не скучать. Так, теперь поехал то же самое арбитр объяснять Владиславу Рафаиловичу Сингатуллину и Рафаэлю Рафаиловичу Сингатуллину. Продолжаем ожидать. Продолжаем ожидать и слушать, да, что нам там объявят. Вон там и ястребы на трибунах, смотрите-ка, и вон кто-то в кофте Актобе слева находится. Да, да там полная арена на самом-то деле. Там все пришли за этим матчем понаблюдать. Так, ну что же. Давайте слушать. Давайте слушать. Давайте вслушиваться изо всех сил в то, что объявят нам сейчас на арене в Шымкенте. Так. Я ничего не услышал вообще. Если честно, за удар в голову какой-то там дисциплинарный штраф, что ли? Что-то подобное. Так, у нас тут шайба была заброшена в этот момент. Я сижу, прислушиваюсь там. В общем, ладно. Я не буду даже пытаться, друзья, разобраться. Непонятно абсолютно ничего. Разбираться мы будем с этим уже по ходу дела стараться. Ну и здесь у нас Салахиддин Азимов отмечается заброшенной шайбой, сравнивает тем самым он счет в нашем матче. Так, впятером, кстати, на льду обе команды, поэтому, значит, там просто за массовую драку всех просто по штрафным боксам раскидали, и, соответственно, за силовой на Новикове Попову не выписали удаление, потому что если бы там, получается, было выписано удаление, вероятнее всего, Ташкент бы сейчас в меньшинстве находился. Ну, по логике, опять же, ладно, я не буду разбираться, все, просто забыли эту тему, смотрим хоккей, Азимов протащил шайбу до ворот соперника, до броска дело довести не удалось, шайба оказывается в средней, Ниязов. На подборе здесь будет первым. Ниязов отправляет снаряд по закруглению на Азимова. Салахиддин смещается на дальний. Азимов. Передача отправляется на ближний борт. Дальше пас в центр. Неплохой проходит. Абдувасиков зашел в чужую. Абдукаюм. Удается в угол пролезть. Так, там Новиков, кстати, на льду-то появился, друзья, Новиков, это просто прекрасно, очень рад я, что с Андреем там все хорошо и все в порядке, очень быстро он на лед вернулся, да, вот этой долгой, да, правда, паузы 10-минутной, но Андрею хватило, чтобы, да, прийти в себя и продолжить встречу в строю, красавец. Камалов заходит в чужую, Камалов прострелил, не самая точная была передача, шайба в углу площадки, Жураев. Пытается отправить шайбу за ворота. Борьба там продолжается активная. Мухаммад Али Бахадиров. И вот там Жучков к борту прижал. Снаряд у ближнего борта по-прежнему. Новиков должен шайбу из зоны вывести сейчас. Новиков передачу отправляет вперед. Неточный пас. Проброс здесь будет зафиксирован наверняка. Вбрасывание отправится к воротам команды Кулагер. Так,
Сейчас нужно написать нашему оператору насчет счета на табло. А чтобы, ну, вернее так, пока я не забыл, пока я на это внимание обратил. Все, с оператором связались. Счет на... счет на табло изменился до того, как я даже написать успел. Да, странно получилось. Ну ладно, окей, даже лучше. Вбрасывание у ворот Савелия Аминова на точке Абдугаим Абдулласиков против Емельянова. Там вбрасывание за Емельяновым вывел шайбу Кудьяров из зоны. Пройти защиту оппонента ему не удается. Халивин у дальнего борта. Жесткий силовой против Богдана. Шайба под чьим контролем окажется там после всей этой борьбы. Камалов ее подбирает. Камалов развернулся. Оставление на Халивина. Халивин заброс в чужую. Не получилось организовать. Шайба отправляется на скамейку команды Кулагир. Так, смотрим. Тут вон целые две банды появились. Козлов, Вележанский, Сингатулин. Попов, Хусамбоев, Ермолов. Так. И все, видимо, да? По три человека. Так, запишу себе всех, кто там удаление получал. 5-7-17 у Кулагера. Уташкин селект, это был 17. О, господи. Все, я уже забыл, кого там удалили у ташкентцев. Ладно, потом все это вспомню. Обязательно шайба оказывается у дальнего борта. Попов на Камалова поднял. Камалов на синий попал под силовой прием. Шайба выведена была в среднюю. Камалов отправляет шайбу просто по борту за ворота Савелия Аминова. На подборе. Отправляется шайба в итоге на ближний. И оттуда тут же на дальний переводится, где Попов оказывается единолично первым. Попов поднимает на синюю. Жестко его впечатывает там Куминов. Бросок от синей линии не доходит до цели. Попов в этот раз от силового Куминова удается ему уйти. Камалов накатился, мощно бросил. Спасает свою команду Савелий Аминов. Еще один силовой там в углу площадки. Шайба из зоны выкатывается. Снаряд под контролем Тимура Камалова. Камалов заходит в чужую. Тимур бросает в ближний. Не попадает шайба в створ. Шайба в углу площадки там. Ермолов отправляет снаряд назад. На подборе. Кто окажется первым здесь в углу? Первыми оказались хоккеисты команды Ташкент Селек. Покатили в атаку, ребята. Где там шайба? Заброшена она была в зону. Снаряд в средней зоне оказался под контролем Ниязова. Ниязов наброс на ворота. Савелий Аминов шайбу зафиксировал. Тут же ввел ее обратно в игру. Вележанский вывел на дальний. Шайба в средний оказывается. Передача пошла на Мухаммада Али Бахадирова. Бахадиров забросил в чужую. На подборе Богинцев первый. Богинцев на ближний скинул. Тут никого не оказалось. Халивин решил назад отыграть. Оскар Али хорошо доборолся. Иркину Луи протащил шайбу в угол площадки. Снаряд переходит под контроль Абдувасикова. Абдукаюм не вывел шайбу в среднюю. Тут жесткий силовой. Шайба за воротами. Оттуда можно ее отправить на дальний. Хорошая передача пошла. Пас в центр на Мухаммада Али Бахадирова. 77-й номер в зону заходит. Бахадиров. Падение. Будет удаление в составе петропавловцев за подножку. Здесь Иркин Улы Оскар Али поехал на скамейку штрафников. Отмечаем мы себе 78-го номера. Вбрасывание остается за командой Ташкент Селект. Камалов на синюю поднял. Салахидин Азимов с трудом, но все-таки успел синюю закрыть. Азимов. Перевод хороший находит на Попова. Илья сместился чуть ближе к углу площадки. Нашел Азимова снова на синюю. Азимов бросает и прошивает Савелия Аминова. Дубль для восьмого номера команды Ташкент Селект. Отмечаем себе Салахидина Азимова. Это третий для него очко в этой встрече, друзья. Ну, пока получается у Салахидина сегодня буквально все, что хотелось бы ему. Так, тут в Ермолова вряд ли снаряд попал. Да, опять же, будем слушать. Будем вслушиваться. Так, у Ташкента 97-й сидит еще. Ага, Ганиев до сих пор в штрафном боксе. Видимо, за всю ту же драку, да? Я так понимаю. Ну ладно, окей. Бросок по воротам команды Ташкент Селект. Опаснейший момент упускает Тамерлан Кутьяров. Клюшка сломалась у 9-го номера Кулагера. Ну тут уже все ломается буквально, да, я не знаю. Вбрасывание у ворот Александра Ана.
Так, ну Ганиев, насколько я понимаю, получил дисциплинарный штраф. Ну вот, других вариантов у меня нет, потому что в пятером все это время ташкентцы же на льду, правильно? Поэтому, как бы здесь, да, Ганиев, видимо, дисциплинарку какую-то отбывает. В полном составе играет все это время его команда. Ермолов отправляет шайбу в среднюю. Круглов, как жестко Попов встречает здесь 10 номера. Камалов пролез в чужую. Заброс в угол площадки пошел. Там жесткий силовой уже против самого Камалова. Попов смещается в центр. Илья поднимается на синюю линию. Попов! Опасно-то как! Мимо ворот заряжает Илья. Шайба у ближнего борта под контролем Ермолова. Ермолов на пятак сместиться пытается. Подбирает шайбу в итоге Салахиддин Азимов. Развернулся в углу площадки Салахиддин. Неплохо. Смещается под синюю линию. Оставление на Ниязова. Ниязов бросает по воротам. Попытка была заблокирована. Шайба отправляется в среднюю. На подборе первым оказывается Тимур Камалов. Камалов забросил шайбу в чужую на подборе. Первыми оказались петропавловцы. Куминов. Куминов неплохо протащил снаряд. До броска Данил дело не доводит. Мухаммад Али Бахадиров убегает в контратаку. 2 в 2. Бахадиров и Халевин. Бахадиров тут поторопился. Однозначно Халевин был рядом. Бахадиров даже как будто в его сторону не глянул. Заброс пошел в чужую от ташкентцев. На подборе первым Новиков оказывается. Андрей за воротами расположился. От Бахадирова ушел. Будет отправлять шайбу в среднюю. Новиков на ровном месте здесь по шайбе промазал. За воротами Бахадиров. Шайба оказывается. Мухаммад Али красавец какой. Как доборолся. Хорошо. Пас на пятак. До Абдувасикова шайба не дошла. Шайба с пятака была выведена петропавловцами. Отправляется в атаку Куминов. Куминов зашел в чужую. До броска бы дело довести Данилу. Но падает Куминов. И за этот эпизод будет удаление в составе команды Ташкент Селект. Подножка была выписана игроку ташкентцев. Кто поехал? Так, почему счет 2-2? Кстати говоря, да, опять же, счет забыл поменять наш оператор. Сейчас мы об этом ему напишем. А вот и счет поменялся. Ну, видите, видимо, он тоже читает наш чат. Это просто прекрасно. Значит, мне не нужно туда каждый раз, да, куда-то отвлекаться, в WhatsApp заходить. Все, теперь куда проще. 4 минуты. Ага. Почему 4 минуты за подножку? Ладно. Допустим, сейчас послушаем. Так, что там сказали? Что там сказали сейчас? Я не понял, за что наказан двойным малым штрафом Дукаим Абдувасиков? Ну, может быть, нам, да, вот у нас там зрительница была с арены, насколько я понимаю. Если есть возможность, подскажите мне, пожалуйста, в чате, за что там вообще получил Абдувасиков 4 минуты. Ну вот, я просто не понял, что в этом эпизоде тянуло на 4. Окей, шайба под контролем Салахиддина Азимова. Вывел тот шайбу в среднюю. Снаряд под контролем Новикова. Пас под синюю линию пошел. Козлов, Козлов до броска дело не доводит. Кирилл. Шайба отправляется по закруглению хоккеистами команды Ташкент Селект. Снаряд за воротами Савелия Аминова. Подбирает его там Андрей Новиков. Новиков переправил за ворота на ближний борт. Тут, видимо, Аскарали, если я не ошибаюсь. Иркинул и покатил в атаку. Аскарали по ближнему борту. Зайти в чужую удается. А вот тут момент для Козлова. Выстреливает Кирилл выше ворот. Тукин на пятак. Козлов на добивании. Воскароли попадает шайба. И копать, копать пытается Зыбин. Но не переигрывает Александра Ана. Мне остается за командой Ташкент Селект. Вывести из зоны не удалось шайбу. Снаряд под контролем Халевина. Халевин выводит шайбу из зоны. Халевин сам покатил в атаку. Шахабедин не залез здесь в зону. Аминов! Шайба в воротах или что? Или где там снаряд? Непонятно. Халевин показывает, что шайба в воротах побывала, друзья. И, видимо, едет праздновать Богдан Халевин. Что там происходит? Кого там останавливают? Я ничего не понимаю, что происходит. Но, видимо, Богдан Халевин и правда празднует заброшенную шайбу. А что случилось? А как это произошло? Так, видимо, еще один видеопросмотр нас ожидает.
Ну, тут мы, конечно, бессильны, да. У арбитров есть камера в воротах. У нас таковой камеры, да, обзора на нее, конечно, нет. Поэтому мы с вами, да, видим только самую концовку эпизода. Ну, сейчас посмотрим в таком случае сами, да. А, у нас тоже повтор имеется в любом случае. Тут, возможно, во-первых, положение вне игры было очень к этому близко. А, во-вторых, шайба, да, в воротах, вероятнее всего, побывала. Арбитр шайбу засчитывает. Окей. Арбитр шайбу засчитывает. А, отмечаем себе Богдана Халевина в меньшинстве. Отличается 55-й номер команды Ташкент Селект. Так, что у нас здесь? Продолжается какое-то обсуждение. Может быть, все-таки на вне игры смотрят, кстати говоря. Потому что, ну, с нашего ракурса было ощущение, что вне игры там быть спокойно могло вообще. Так. Что же в итоге? Может быть, нас ждет еще один видеопросмотр. На этот раз не на взятие ворот, а на положение вне игры. Так, и что же? В итоге? В итоге ничего. В итоге встреча продолжается. Шайба засчитана. А вбрасывание будет проведено в центре. По-прежнему в меньшинстве ташкентцев. Вбрасывание в центре остается за командой Ташкент Селект. Будет удаление в составе Кулагера. Таир Назаров отправится на скамейку штрафников сейчас за подножку. Илья Попов понимает прекрасно, что куда его там загоняют. В ловушку буквально. Поэтому спокойно Попов на вираже ушел. Отправил шайбу на Азимова. Шайба под контролем Попова. Падение от Ильи. Шайбу он отправляет на Салахидина Азимова. Тут, да, такая опасная игра. С огнем буквально от ташкентцев у собственных пустых ворот. Камалов. Заброс в чужую. На подборе Сингатулин. И звучит свисток арбитра тут же. Остается там примерно 2 минуты как раз до выхода Абдукаима Абдувасикова на лед. Ну и теперь поехал Таир Назаров на скамейку штрафников своей команды. И примерно в одно время они с Абдувасиковым-то, кстати, на льду и появятся. Так, туда у нас вопрос в чате, где Ганиев? Ганиев на скамейке штрафников находится. Но тут, опять же, я, если честно, сам не знаю, почему он там находится, поэтому врать не хочу, поэтому просто да. Так, факт, Ганиев на скамейке штрафников, и не знаю, сколько времени он там провел и проведет еще. Шайба под контролем Салахидина Азимова, скидка в угол пошла. Хорошая передача, пас на пятак не проходит. Шайба под контролем Андрея Новикова. Новиков выводит на Козлова, Козлов в центр отправляет на Сингатулина, Сингатулин. У ближнего борта крутанулся, передачу не удается отдать на пятак. Шайба была выведена в среднюю. Ермолов. Ермолов. Наброс на ворота, такой очень легкий. Кстати говоря, у Кулагера я вот давненько не видел на льду Тукина, по ощущениям. И рискну я предположить, что вместе с Мухаммадьером Ганиевым расположились ребята там по штрафным боксам своих команд. Потому что именно вот Ганиев, как помню, хорошо я помню, причем в драке, именно с Тукиным, да, находился. Они там один на один что-то расстояли, разговаривали, причем тогда, ну, на повышенных тонах явно. И есть у меня ощущение, что оба там получили идентичные штрафы. Так, а Кудьяров куда поехал? А, угу. Ладно, Кудьяров вернулся. Вбрасывание остается за командой Ташкент Селект. Шайба отправляется на Салахидина Азимова. Передача под контролем. Ой, передача, господи, шайба под контролем Азимова. Передача на Попова. Попов. Отправляет шайбу в центр. Не самый удачный пас. Кудьяров шайбу забирает. Кудьяров отыграл на Куминова. Куминов зашел в чужую. Шайбу потерял. По итогу 99-й номер. Шайба оказывается здесь за воротами Савелия Аминова под контролем Петропавловцев. Круглов.
Из-за ворот выкатил, потащил шайбу вперед, Круглов. Кудьяров подкатил, даже здесь ждет передачу. Круглов в итоге на Куминова шайбу отправляет в среднюю. Куминов в центр, Кудьяров на хорошей-то скорости. Всех тут может пройти, Кудьяров с неудобной. Александр Ан выручает свою команду. Камалов отправляет шайбу на Попова. Попов на Камалова, Камалов. Просто вывел шайбу вперед, ничего выдумывать не стал. Куминов. Куминов заходит в чужую. Куминов смещается в угол площадки. Там Камалов. Хороший силовый прием. Отправляется шайба по борту на Илью Попова. Попов. Там да, борьба завязалась. Куминов и Камалов так рядом стоят, как будто контролируют всю эту ситуацию по ощущениям. Просто наблюдают так очень внимательно причем. Борьба продолжается в углу. Все подобного рода сейчас вот столкновения, стычки в углах, это все на руку ташкентцам. В полном составе Кулагер. Вот-вот появится уже и Абдувасиков на льду. Попов падает. За ворота укатился. Вот и Абдувасиков появляется. Тут ворота сдвинуты. Свисток по-прежнему не дан был. Ну что же, ставит арбитр встречу на паузу. Вот и Абдувасиков на льду. Вбрасывание будет проведено у ворот. Кстати говоря, Владимир Яськов-то в воротах, а не Аминов. Там уже Савелий Аминов на скамейку отправился. Остается за командой Ташкент Селект. А вот и Ганиев на льду, кстати говоря. Мухамадьер бросает по воротам. Шайба под контролем Владимира Яськова. Да, очень так резво начал игру сейчас Мухамадьер Ганиев, конечно. Просто бросил от синий сразу, прям сходу. И Яськов справился с этим броском. Выбрасывание. Снова за Абдувасиковым. Снова Ганиев на синей. Ошибается в этот раз Мухамадьор. Демьян Жучков в атаке. Жучков! Идеальное попадание в ближнюю девятку от Демьяна. Это, друзья, 4-3. Делает счет 47-й номер Кулагера. Отмечаем. Отмечаем себе Демьяна Жучкова. Просто красавец. А как убежал, как доработал ногами, ну и как попал в ближнюю девятку. Шикарно. Здесь Ан был, конечно, бессилен. Максимально неудобный бросок получился для голкипера. Прям вот над плечом. Ну, такое не берется, конечно. Ну что же, 4,5 минуты. И шансы еще, ну вот вообще, вообще не потеряны. Бросание. Шайба осталась под контролем команды Ташкент Селект. Азимов отправляет шайбу на дальний. Снаряд из зоны выкатывается. Азимов не доберется до шайбы. Тут никак. Козлов. Подсела вот Ермолова. Легкий такой попал. Оттеснили просто Ермолова. Ермолов оттеснил просто оппонента от шайбы. Камалов мощно дал. От красной линии. Если бы забил, тут, конечно, было бы вообще просто, я не знаю, вишенка на торте в этой встрече. По-другому ты и не скажешь. Новиков отправляет шайбу на Козлова. Козлов вывел ее в среднюю. Там снаряд переходит под контроль Камалова. Камалов решил раскатиться назад. Обыгрался с партнером. Камалов. Ну да, ташкентцы начали как будто бы просто, ну, выигрывать время, по ощущениям. Шайба отправляется здесь в центр. Какая грубая ошибка в передаче. Савелий Тукин не переигрывает Александра Ана. Вбрасывание осталось за петропавловцами. На синей линии Круглов не успевает за шайбу зацепиться. Круглов отправляет шайбу на ближний. Куминов. Куминов через центр решил раскатиться. Шайбу теряет 99-й номер. Халивин решает сыграть через заброс в чужую. На подборе будет первым тут Богинцев за воротами. Богинцев под давление попал. Шайба выкатилась к Куминову. Куминов из зоны ее не вывел. Камалов накатывает под бросок. Не переигрывает Владимира Яськова. Остается 3,5 минуты до окончания третьего периода нашей встречи. Счет на табло у нас 4-3 в пользу команды Ташкент Селект. Ну и такими темпами концовка обещает быть огненной, да? По-другому-то и не скажешь. Все-таки одна шайба разницы. Петропавловцы явно не побоятся вратаря снимать.
Это 100%, потому что другого выбора просто не будет. Нужно здесь принимать какое-то решение. И посмотрим, каким это решение станет. Так, предупреждение Емельянова выписывают. Вбрасывание. Остается за Кулагиром все равно. Куминов вывел на ближний. Кудьяров. На Куминова в центр отыграл. Куминов вернул на ход Кудьярову. Кудьяров не успевает к шайбе. Ганиев падает. Цеплял ли там его Кудьяров, мы не видели. Ну и арбитр, собственно, говорит, что, ну, своим видом, что рука не поднята, значит, не цеплял, соответственно. Шайбу Богинцева. Богинцев отправляет ее на ближний борт. Неточный пас. Шайбу перехватывает здесь Мухаммадьер Ганиев. Явно обозленный, да, капитан Ташкентцев. Провел он там чуть ли не весь третий период в штрафном боксе. И сейчас вышел полный сил, полный свежести просто. Бросок поворотом заблокирован был. Ермолов. Ермолов контролирует шайбу на синей линии. Ермолов выстреливает в ближний. Не переигрывает. Есть Кова. Шайбу Попова. Илья пытается оставить ее в зоне. Илья Попов по синей прокатил. Отправляет шайбу в угол. Тут Азимов против Богинцева. Забег выиграл Богинцев. Ну, изначально, да, позиция для старта у него была там поудобнее. Да поближе просто к шайбе. А, снаряд в средней зоне. Куминов протыкает вперед. Ниязов на подборе первый. Ниязов. Там Куминов поехал очень жестко. Ниязова впечатал. Еще один жесткий силовой от Куминова. И это уже удаление для Данила. Ну, переборщил. Переборщил однозначно 99-й номер. Здесь уже этого делать не стоило, конечно. Попову там прилетело. Ну, как будто бы явно не то, чего хотелось бы Куминову сейчас. Да, ставил команду вчетвером за 2,5 минуты до конца, когда команда проигрывает в одну шайбу. Толчок на борт. Выписывают Куминова. 2 минуты 31 секунда, 2 минуты до выхода Куминова. Ну, даже не знаю, я, может, в этой ситуации, да, ташкентцы, если быстро забросят, может, даже шансов больше будет. Но, допустим, если забросят они вот сейчас прям со вбрасывания, еще 2,5 минуты на 2 шайбы, это, ну, как бы реалистично. Если, допустим, забросят они через минуту, то 1,5 минуты на 2 шайбы уже звучит как что-то из разряда фантастики. Попов красиво убрал оппонента. Ганиев. Бросок от Мухаммадьера. Не попадает капитан в створ. Шайба отправляется в среднюю зону. Попов. Хотел там шайбу на крюк поднять. Не получилось. Не пошла. Азимов. Начинает выводить шайбу из зоны Салахиддин. Передача отправляется на ближний борт. Тут Тимур Камалов попадает под силовой прием. Забросил шайбу, тем не менее, за ворота. Успел. Оттуда вывести шайбу пытаются петропавловцы. Последние 2 минуты третьего периода. Да, наверняка сейчас это сообщение еще сильнее заставило разнервничаться болельщиков и игроков петропавловской команды. Что тут не понравилось арбитру? Вне игры? Угу. Ну ладно, я, если честно, вообще что-то не заметил. Где тут было положение вне игры? Может, и я уже, правда, доплыву совсем. Вбрасывание будет проведено в средней зоне. Ермолов против Козлова на точке. Вбрасывание остается за командой Кулагер. Шайба отправляется на ближний борт. Тут кто выиграет забег? Новиков выигрывает забег. Отправляет шайбу просто вперед. Камалов. Играет максимально безопасно на Ганиева. Мухаммадьер дальше в среднюю. Жесткий силовой прием от Козлова в этот раз. Без удаления? Пока не видно, да. Видимо, без удаления. Шайба под контролем Ермолова. Владислав протащил шайбу очень неплохо. На паузе ушел за ворота. Вележанский. Там уже все стелятся по очереди. Новиков по итогу снимает шайбу с крюка у своих оппонентов. Синяя линия Камаловым была закрыта. Тимур. Тимур на синий. Очень опасно-то катит без скорости. Его Тукин просто догоняет. Шайба здесь, да, вышла из зоны. Вынуждены были оставить ее там просто ташкентцы. Выброшена шайба из зоны Новиковым под синюю. Козлов здесь в любом случае вне игры уже находился. Камалов. Камалов. Тимур с острого угла бросает низом. Яськов был готов к этому броску в ближний угол. Шайба из зоны отправляется под синюю линию. Наброс на ворота из среднего ташкентцев. Тут, да, тут можно было так делать. Красная линия уже была пересечена. Камалов. Под силовой от Козлова попадает. Там встретились Попов и Вележанский, по-моему, в зоне. В итоге перевод идет на ближний, на Новикова. Новиков не справляется с приемом этой передачи. Абдувасиков оставил шайбу на Салахиддина Азимова. Азимов перевел дальше. Ганиев. Ганиев отправляет шайбу на ближний борт. Салахиддин Азимов. В полном составе Кулагер появляется на льду удаленный Куминов. И наверняка там же на льду-то и останется. Азимов заходит в чужую. Салахиддин бросает. Шайба после рикошета отправляется за пределы площадки. Нас вами ожидает вбрасывание около ворот команды Кулагер. 20 секунд до финальной сирены. Ну и что же, ястребы, кстати говоря, там, смотрите, видимо, ястребы готовятся на награждение, да, выходить. Ну, в случае, да, если Кулагер потеряет сейчас хотя бы одно очко, это все для них. То есть здесь уже похоже, что и правда все.
Петропавловцы, если теряют сейчас вот одну очку, переходят даже если в овертайм, это, ну, абсолютно никак им не поможет в борьбе за третье место. Ястребы забирают третье место и с чистой совестью отправляются домой, потому что завтра игр у уральцев уже нет. Камалов отправил шайбу в угол площадки, Ермолов добрался до нее первым. Ну, по сути, достаточно просто выиграть время Ермолову сейчас. Расположился он в углу площадки, никуда не торопится. Азимов, тут поехал Зыбин, впечатался, и Кудьяров поехал. Ну и нас, по-моему, сейчас еще одна драка может ожидать. Ну и на этом все, друзья, на этом все. Победа остается в нашем матче за командой Ташкент Селект. Кудьяров там, Ганиева что-то так ткнул клюшкой. Ну ладно, все, на этом все. Я думаю, арбитры уже не должны дать ребятам здесь какую-то потасовку устроить. Мы поздравляем ташкентцев с победой. И, друзья, давайте слушать, кого нам здесь объявят лучшими игроками сегодняшнего матча. Так, а у нас что, трансляция уже завершена, что ли? Обидно, однако. Ну, я так понимаю, что да, друзья. На этом, видимо, у нас трансляция просто закончилась. Давайте пока я выведу превью. Нет, трансляцию нам вернули из хороших новостей. Так, Ганиев с Сингатуллиным там что-то обсудили. Кому там что вручат, я, если честно, ничего не понимаю пока. Так, ну, еще интернет, да. В такой интересный момент все на самом интересном месте. Все оборвалось, как обычно. Ну и у нас с вами, да, еще, видимо, впереди награждение команды Ястребы город Уральск. Других вариантов-то я не вижу, если честно. Но у нас все. Я не знаю, видимо, эфир и правда завершил наш оператор. Да, будем на низком старте, если что, выводим превью. И да, будем уже тогда прощаться. Ну а пока остается нам с вами, друзья, ожидать. Может быть, восстановится картинка, и мы все-таки хоть что-то увидим. Но есть у меня ощущение, что не увидим мы уже буквально здесь ничего. Абсолютно ничего. Поэтому ладно, выведу я превью. Да, это закон подлости какой-то, друзья, настоящий, если честно. Так, ну и все, команда уже отправились на скамейки запасных. Только-только я вывожу превью, сразу продолжается эфир и опять зависает. Ладно, не вижу я смысла дальше здесь на что-либо надеяться. По причине того, что, ну, как будто бы на этом уже правда все. Наш с вами матч завершен. Награждение ястребов, я думаю, по этой ссылке не должно находиться. Поэтому давайте я вам просто... А, нет, все, награждение ястребов никто показывать не будет. Ссылка наша, все, больше не активна. Трансляция завершилась у нашего оператора. Ну что же, в таком случае, друзья, будем с вами прощаться. Спасибо всем, кто провел этот матч вместе с нами на канале 6-й полевой. Болел за ребят, поддерживал их. Желаем всем травмированным игрокам скорейшего выздоровления. Ну и до скорых, друзья, встреч в эфире. Пока-пока. We'll be right back.